Мы бежим на съемку. Сегодня съемка у нас в отеле Hilton. Нескончаемый туннель. Добро пожаловать в Hilton. Всем привет, условно. Ну можно их, в принципе. Вы должны чуть-чуть ближе, мне кажется, к паре сесть. Вы же все-таки пара. Друзья, вы готовы? Доброе утро всем. Раннее утро, назовем его так, 10:30 утра. Мы бежим на съемку. Сегодня съемка у нас в отеле Hilton. Вот он, красавец новый. Сегодня будем снимать для журнала «Мода». Там съемка про психологию, про хорошее настроение и так далее. Так что посмотрим, что получится. Главное нам найти наших ребят, чтобы с ними вместе суметь пройти. Иначе мы здесь останемся и не сможем туда пройти. Алло! А, вот, Надя. Все, мы всех нашли, наконец-то. Это Шахрус. Они тоже ходили туда-сюда. Нам отсюда, наверное, нужно пройти. Привет, как дела? Хорошо, как ты? Классно, мы 30 минут потратили на то, что погуляли вокруг Хилтона. Меня уже побрызгали, и руки мне побрызгали, и температуру померили. Ну ладно, еще раз. Здравствуйте. Нескончаемый туннель. Сложный вопрос. Будем придерживать ногой. Все? Утро началось. Без происшествий не, как всегда, просто стало. Ну, как бы на том лифте было красиво. Рахмат. Так. Нам нужно вон направо. Привет, как ты? Что, где был тогда? Я где был? Я обдумал, мы все вообще вокруг ходили. Мне сказали, с того угла, с этого угла. Добро пожаловать в Hilton. Сегодня вы в моей квартире личной. Прекрасные, чудесные Ташкент-Сити. Новые, новые. Это новая жизнь, это новые Ташкент, ребята. Не путайте. Так что завидуйте молча. Это все, конечно, как бы... Я могу вас пригласить еще и в эту чудесную ванную комнату, но я думаю, этого не стоит делать. Нет, все окей. Все, модели пришли. Всем привет, какие красивые. Вау, Майя, это вообще какая-то другая сегодня. Имран, ты такой же, какой был, ничего не изменилось. Здравствуйте, здравствуйте. Я вам сейчас покажу постановку световую. Нам нужно сделать такой эффект ночи. Вот нет, так там мне надо. Вот эти эффект, чтобы... вручную. Ночь. Да, условно. Не, ну можно их, в принципе, да. Все, давайте хорошо. Ставьте тогда свет. Да, просто заливка общая. Вот здесь, вот эту постановку. Интимная атмосфера. Сюда перейдем, да? Вот, чтобы он не менял одежду, он один, потому что... Не, хорошо, очень красивый цвет. Ну, закроем, да. Прикройте окно, пожалуйста, Камил, вот это вот. Там берешь шторы и аккуратненько закрываешь руками. Сейчас. Ты там злой или там что-то как будто рассказывать психологу, чтобы было немножко... Да, и больше поворот в сторону. Да, да, вы же с ним общаетесь. Вы должны чуть-чуть ближе, мне кажется, к паре сесть. Вы же все-таки пара. А что, а может быть она на мир через розовые очки смотрит? Мне кажется, нормально. Пришла к психологу, чтобы спись эту сбить себя. We'll be right back.
У нас сегодня была такая насыщенная работа. Вроде бы неплохие, красивые мы кадры сделали, такие постановки в духе голливудских каких-то фильмов. Майя у нас сегодня была вообще такая девушка из 60-х. Я думаю, в итоге у нас получится очень интересная история в печати. Надеюсь, все увидите. У нас получается вот этот розовый понтон везде теперь будет, что ли? Мне кажется, мы нашли золотую середину. Новая обложка моды. Надеюсь, мои глаза меня сейчас не обманывают, завтра не получится так все утром проснуться и сказать: «О май гад, вот я все же утвердил». Итак, друзья, вы готовы? Вы готовы? Раз, два, три. Все, готов уже новый номер журнала «Мода» с нашей съемкой. Большая работа уже была проделана, съемка отпечатана. Пахнет свежей краской типографии. Вот такая у нас получилась история. По-моему, очень прикольно. История про психологов и про психическое здоровье. Про психическое состояние и здоровье психологов и пациентов. Такая легкая ирония над темой коронавируса и 2020 года. Вот такие дела. Надеюсь, вам понравилась наша съемка, процесс. Делитесь своими впечатлениями и комментариями в секции комментариев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч!